Громкий нокаут. Алтай Баскет оказался буквально раздавлен в гостевой игре динамовцами из Ставрополя. Об этом говорит счет встречи 88-48 в пользу хозяев паркета. Особенно южане преуспели во второй четверти матча, когда оторвались от барнаульцев на неприличные 16 очков. Отыграть такой гандикап баскетовцы уже не смогли. Да, похоже, и не особо пытались. С каждым новым отрезком матча «Динамо» только увеличивало отрыв. Это поражение для команды Бориса Соколовского стало уже 9-м подряд. Сейчас «Алтай Баскет» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и уже давно не борется за медали чемпионата. Через несколько часов начнется повторная встреча между этими же коллективами.